Любовь к образованию – это обучение в Турции, которое является очагом обучения и знания. Турция – это один из ведущих мировых образовательных центров с ее характером, историей, географическим положением и культурной структурой, уровнем образования. Это место, где зародилась Великая Османская империя и священная земля, собравшая воедино разные культуры. Во время обучения в Турции вы сможете провести незабываемые каникулы. Турция – это современная демократическая страна, где вы можете увидеть красивую турецкую исламскую культуру. Во время учебы вы можете найти работу и подрабатывать переводчиком, менеджером в отеле и социальных местах. Здесь студенты могут получить гранты и стипендии, как и в государственных, так и в частных секторах. Если вы хотите учиться в университете с европейским стандартом, где верят в предпринимательскую и академическую свободу, то приглашаем вас в Турцию. В Турции вы можете получить образование в частных и государственных университетах по таким сферам, как медицина, право, политические, инженерные, социальные науки и так далее. Кроме университетов, дающих образование на турецком языке, вы можете выбрать англоязычные университеты и кафедры. Вы можете разместиться в общежитии или в квартире недалеко от вашего кампуса. Мы приглашаем вас учиться в Турции. Что сделать, чтобы поступить в турецкие университеты? Международные студенты должны сначала принять решение, в какие университеты и кафедры они будут поступать, изучить информацию о возможностях и условиях поступления по соответствующим программам бакалавр, магистратура, докторантура на веб-сайтах. Одновременно можно предварительно зарегистрироваться в нескольких университетах. Студентам будет необходимо в первую очередь загрузить все документы по приложению в интернет. Международные студенты должны обучаться в последнем году средней школы или быть выпускником. Турецкие граждане, обучающиеся за границей, также могут подавать по данным программам. Студенты имеют полное право обратиться в университет и для зачисления должны заполнить необходимые документы, отправить их в международный офис университета или в отделение по делам студента в течение объявленного периода для регистрации. Каждый университет может попросить дополнительные документы. Нужно посмотреть веб-сайт университета и детально уточнить условия для регистрации. Передаем слово зарубежным студентам, обучающимся в Турции. Адам Яхья Абузнед, филистинлием. Беним адам Алмедин Джолович, сырбистанлием. Беним адам Закария, кенялием. Беним адам Ольга Стремонова, бен Москвадан гелдим. Бен Ибрахим Абу Матер, бен Катардан гелдим. Почему для обучения вы выбрали Турцию? Истанбул чок гюзель бер олду ичин ве беним кенди мемлекетиме якин олду ичин. Türkiye'de eğitim standartlar Avrupa'nın çok çok yakın ve Türkiye benim ülkeye çok yakın. При приезде в Турцию чувствовали ли вы неудобства? Toplum olarak, insan olarak zor olmadı çünkü zaten kendi kültürüm olduğu için zorluk çekmedim. Вы посоветовали бы друзьям учиться в Турции? İstanbul'da okumayı öneririm. Çok büyük bir şehir. Eğlenceli bir şehir. Ben burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve burada istediğim veya hayal ettiğim şeylere ulaşabilirim. Onun için arkadaşlarıma ve herkese tavsiye ederim. Передаем слово директору Ассоциации услуг международных студентов, уважаемому доктору Дурсун Айдыну. Dünya gençliğini ilmin beşiği olan Anadolu'ya okumaya davet ediyoruz. Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği olarak 3 yıl önce Ankara'da kurulduk. Derneğimizin 3 ana amacı var. Birincisi, Türk üniversitelerini yurt dışında tanıtmak. İkincisi, ülkemize uluslararası öğrenci kazandırmak. Üçüncüsü, ülkemizde eğitim gören misafir
öğrencilerimize danışmanlık vermek ve destek olmak. Biz uluslararası öğrencilerin konsultanı olarak, danışmanı olarak hizmetinizdeyiz. Образование в Турции. Получить образование в Турции – это любовь.